Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, в данном видео у нас также будет битва за архипелаг, продолжение. Давайте мы зайдем, посмотрим, что уже я успел сделать. Время, конечно, у нас осталось очень мало. До пещеры стандартом не получится дойти. Ну что делать? Ну давай. По полчаса загружается. Вот этот город я, друзья, не могу пройти. Давайте посмотрим, что я уже прошел. Я его еще не подтвердил. Я буду, наверное, пробовать все-таки на 3 звездочки. Ну а посмотрим бой на 80% потом. Так, ну что, в данном видео вы увидите также и сундук. Посмотрим, что там нам разработчики дали. Ну а пока давайте посмотрим бои. Так, у нас тут, как всегда, 19 пиратов, 12 слонов, метеоры, 40 бочек. Вот здесь я, наверное, сглупил, и нужно было ровно на 35. Помучиться надо было, потому что на тот последний город мне не хватает. Ну что делать? Так, ну что, давайте посмотрим. Игра прогрузилась. Так, запустил я пиратов с этой стороны и слонов также. Надо было, наверное, все-таки на 35 звездочек пробовать. Ой, на 35 звездочек. Именно на 3 слота. Ну, где-то такая атака. Друзья, честно говоря, я так устал уже. Ничего не получается. Что-то в этот раз разработчики нам не то сделали, непонятно. Нужно было ровно 35 бочек, а я поставил 40. Но я не мог его пройти. Видите, обратите внимание, что пираты с этой стороны, слоны здесь. Получается, с трех сторон. Бестию я буду запускать попозже. Вот с этой стороны я запустил ее, обратите внимание. Она вот тут помогает. Слоны зачищают здесь, пираты помогают. Она свою задачу, конечно, сделала. Она уничтожила именно угол. Бой прошел в натяжку. Потому и 40 бочек. Многие пользователи пишут, что они проходят по 30 бочек. Друзья, так делитесь. Делитесь в комментарии, как вы проходите. С какой стороны вы запускаете. Какой армией вы атакуете. Помогать нужно друг другу всем. Я вот по возможности помогаю. Как могу, друзья. У меня тоже не всегда получается. Я не такой специалист, как пишут. Вот ты там круто ты играешь. Друзья, это все навык. И здесь нужно не один час посидеть, чтобы записать видео. Именно вот прохождение. Но не получается. Что-то в этот раз разработчики непонятно сделали. Очень трудно. Ну, возможно. И до пирамиды без рубинов, вернее, до пещеры вы не дойдете без рубинов. Видите, вот так на последнем вздохе я прошел. Еще вот тут будет у меня очень долго доходить. Ну, я его прошел. Здесь уже понятно. Давайте мы посмотрим другой бой. Чтобы у меня осталось время, чтобы я попробовал все-таки закончить тот. Но не получается. Заодно посмотрим атаку. Так, ну давай быстрее. Есть время до 12. У нас там осталось вообще ничего. Так, ну давайте. Следующий бой у нас также 20 пиратов, 12 и метеора. Ну видите, обратите внимание, здесь у меня ровно 35 бочек. Ну, бой был тоже самое такое. Можно было бы, конечно, еще сэкономить. Ну, вот такие города с закорючками. Он вообще как-то неправильно стоит здесь. Так, пиратов запустил с этой стороны. Обращает внимание, куда слоны пошли. Я их вот так по периметру запустил. Иногда, друзья, здесь нужно быстро атаку запускать. Всех, например, пиратов сразу. И тех же самых слонов тоже быстро. А бывает надо медленно. И каждую клеточку вот выбирать аж. Так, ну что, слоны пошли с этой стороны. И они вообще что-то по кругу пошли.
Слон непредсказуемый. Он может быть идет вроде прямо, потом он поворачивает, уходит в сторону. Тоже непонятный воин. Ветрокрылая помогает, но иногда она погибает очень быстро. А иногда бывает, что она постоянно включает свой щит, невидимку эту, и проходит на ура. А бывает, 3 метра прошла и все. Вот с этой стороны, друзья. Ну и тут уже дело техники, оно пробирается все они сюда. Тоже с этим городом помучился, ну и как видите, с этой стороны прошел. Очень трудно. Я уже, честно говоря, устал. Не сплю ночами, пытаюсь что-то сделать и не получается. Ну, более-менее я вам показываю. Спасибо за комментарии, кто пишет хорошие комментарии. Ну, а негатив всегда был в игре. Так что все нормально. Так, ну что, это сколько у нас уже? 3 боя, да? Ну и здесь также 35 бочек. Здесь золотые дублоны. Этот город тоже такой. И вроде бы как бы на арене мы находим такие города и спокойненько их проходим. А тут засада какая-то. Так, ну что, запустил я пирата с этой стороны на зачистку. Пират у нас с этой стороны на зачистку. И пират здесь. Здесь у нас там обеликсы стоят. Ну, а слоники пошли с этой стороны. Давайте посмотрим. Мне тоже интересно, я его не просматривал. Тоже интересный бой. Всегда обращайте, сколько слоев забора, но тут город именно стандартный. Здесь 3 забора, 3 и здесь, и там. Так, ну что тут? Слоны пробираются. И с этой стороны, видите, все-таки нужно сделать так, чтобы слоны шли с 3 сторон. Тогда будет какой-то толк. Вот сюда они пошли почему-то. И куча пиратов с этой стороны пошли. Ну, в середину тоже врубанули. Так, тут ничего не поможет. Ветрокрылую я запустил с этой стороны. Потому что здесь башенка Гаргуля. Я проходил с этих сторон. Она не успевала доходить. А с этой стороны вполне нормально можно будет. Я еще, друзья, опять заболел. Не могу сильно говорить, но по возможности. Так. Ну и где-то вот такой бой. Видите, и все равно здесь на последнем вздохе я его прошел. Благодаря ветрокрылой. Пират, конечно, свое дело сделали, но, как видите, еще б чуть-чуть и все. 35 бочек. Отлично. Эти дублоны, конечно, уже не спасут. У нас получается, я могу сделать еще 3 боя. И до пещеры у нас не получится дойти. Все, друзья, вклады рубинов нужно. Так, ну что, давайте мы откроем сундук. Посмотрим. Ну и посмотрим, что с ним городом все-таки. Так, у нас тут ровно 45 звездочек нужно. 52 есть. Ну давайте посмотрим, что тут у нас есть интересного. Еще бы хотя бы дойти до рубинового сундука и будет вообще супер. Так, ну что у нас? 6 носорогов. Рубинов тут, я думаю, не будет. Так, нимфа. Давай, давай что-нибудь еще. 26 магов. Все, друзья, собирайте для личного турнира. Хоть до 21 уровня, может быть, дойдете. Так. Что-то странно, очень мало заклинаний дают. Всего лишь 2 метеора в бою. Дыхание фьордов. Все. И последний. О, камни пошли. Отлично. Оранжевый кристалл 5 уровня. Так, интересно.
Зеленый кристалл. Ну, в принципе, хоть немножечко, но успели взять вот эти сундуки. Посмотрим, если мне хватит времени дойти до еще одного сундука, там, где находятся у нас рубины. Так, ну что, это у нас третий. Один камушек третьего уровня. Ну и все. Или еще дадут? Еще дали. Третий уровень. Одну штуку. Все. Ну, спасибо и за это. Так, ну давайте посмотрим. Давайте мы все-таки посмотрим тот бой. Я не знаю, если не будет у меня настроения, я, наверное, его подтвержу, потому что тут город тоже. Не знаю, обязательно напишите в комментарии, если вы его прошли. Тут забор совсем другой, я очень долго мучился в его, но никак не получается. Здесь обратите внимание, что все здания, вот атакующие, находятся в середине. Но я его пробовал зайти с угла. Можно, конечно, и меньше тут армию потратить, 30 бочек, чтобы дойти только до замка, это не показатель. Но я все-таки пытался с этого угла пройти, потому что тут все-таки забор как-то двойной, не получалось. Но это так, баловство, конечно. Тому я его и не сохранял. Именно в одну точку. Но тут получилось почему-то больше процентов, получается. Я с ним, конечно, не особо так возился. Так, полчасика проверил, с какой стороны возможно. Нужно будет пробовать. Если не получится, значит подтвержу. Подтвержу этот бой. А завтра уже посмотрим, что. Если дойдем завтра до последнего сундука, и времени больше нам не хватит, друзья. Но видите, возможно его пробить на 3 звездочки. Нужно просто немножко помучиться. Смотрите, почти-почти я его разбил. Ветрокрылая хорошо помогла здесь. Чуть-чуть не хватило. Нужно будет пробовать с этой стороны. Хотя мне понравилось рыцари. Я вообще их редко когда использую именно в архипелаге. Видите? Если вы уничтожили штормовой шпиль, могла бы получиться атака на 100%. Ну, посмотрим. 80%. Что делать, друзья? Сил не хватает. Завершим. Ну а вы, друзья, пишите в комментарии, если вы его уже прошли, этот город. Напишите как. Ну а я сейчас буду, наверное, пробовать все-таки разбить его на 3 звездочки. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья.